воскресенье в Самарской области ожидается ясная погода, без осадков, потеплеет. Сохранится перепад между дневной и ночной температурами. Так днем будет -1, -2 градуса, ночью 7-11 ниже 0. В Сызрани ясный день, днем -1, ночью -10 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Тольятти ясно и без осадков, температура воздуха днем -1, ночью 7 градусов ниже 0, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем -2 градуса, ночью -11, ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%. Геомагнитное поле возмущенное, ожидается слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.